Всем привет. Всем привет. Ой, спать хочу. Блин. Сегодня поставила, короче, будильник на пораньше. В итоге заснула дальше. Так, всем привет. Всем привет, это канал «Пиратская жизнь». Чё? У нас наконец-то дали воду. Горяченький. Дома все равно холодно. Ой. Так, дома холодно. Дома холодно. Ой, все позакрывал вообще. Все позакрывал. Ага, все позакрывал. Он замерз. В итоге все позакрывал. Так, все у меня. Одна упаковка диклофенака у меня уже кончилась. Так, тарелочка. Нет, это сейчас тарелочка пригодится. И это сейчас тарелочка пригодится. Так, ну что, дерусь с водками с полей. Вот, в общем, нога получше. Конечно, еще напряжение есть, но уже намного лучше. Вчера, кстати, не пила уже все такие эти порошочки. Говорю, вот хочу избавиться, потому что, во-первых, они очень плохо влияют там на печень, на поджелудочную. Вот все, 5 дней пропила. Все. Вот. Сейчас, короче, должен чувак прийти за ноутбуком. А, это. Все, списались? Вроде как это. За 2000 должен забрать. Но не знаю. За 2, не за 2. Может, дороже получится, если договориться. Даже мне сейчас пишут уже. Ой, а где можно посмотреть? Я такая, знаете, не продешевила ли я? Не продешевила ли я? Всегда, знаете, такое чувство, когда ты что-то продаешь, все время кажется, что ты что-то продешевил, где-то там дешевле, там, туда-сюда. Хотя, знаете, на самом деле, я ему сама написала. Вот поэтому сейчас отнекиваться, не знаю. Есть ли смысл? Не, он, конечно, работает, ноутбук, но он такой сейчас, знаете, такой тормознутый, такой там туда-сюда, батарейку не держит. Грубовка, как ты на этом ноутбуке еще умудрялся, блин, играться? Я прям вообще не знаю. Вот, знаете, вот, я помню, когда мы тогда были в Таиланде, а вот еще первые наши разы, когда еще вот это вот, этот ноутбук не было, блин, такое мучение, такие страдания были, вообще. Его просто включаешь, и он там... Монтировать на нем видео, забудьте, вы шо. Это так, чисто, знаете, помню, в Питер были, вот, и дядя Леша просил, говорит, дайте ноутбук, я на нем буду хоть этот телек смотреть, там, потому что он квартиру тогда снимал, и там не было даже телека, вот, и, короче, это, включал, там телек смотрел на ноутбуке, и то, говорит, очень тормози. Так, ну что, товарищи, рассказываю про интереснейшую историю. Холодец. Вчера пошла на разведку. Смотрю, холодец стал. Короче, смотрите, видите? Давайте. Барабанная дробь. Видите, я трясу. Не впадает. Короче, вот так вот. Хороший какой холодец. Теплотный такой, хороший такой. Классный. Короче, вчера прям вообще ржака. Ножичек. Пошла вчера смотреть холодец. Я так говорю, Вовка, о, холодец стал. Он говорит, ну, все отлично. Вот. Я это крышечку, на ней там конденсат слила. И, короче, это. Я думаю, блин, дай-ка я кусочек маленький попробую. Этот, короче, там что-то лежал, тут свои сериалы смотрел. Ну, такая здесь тихомолочка такая, оп-оп-оп. Так, сейчас мы попробуем холодечика. Сейчас мы его попробуем. Только я открыла, только я начала резать. Тут как тут явление Христа на Бога. Прибежал, типа в туалет. Угу. А сам такой глазом косит. Что я там делаю? Что я там делаю? Угу. Короче, прибежал. И давай, так, типа, делись. Типа, давай туда-сюда. Фиг ли ты в одну жало ешь?
короче, пришлось делиться. Вот, и это... Попробовали. Вкусненький, кстати, получился. Слушайте, вот сюда больше всего, по-моему, бульона залилось. Все равно он такой не особо высокий получился. Я так чувствую, другой холодец там вообще мясо еще больше. Так, оп, сейчас еще одно разрежем. Не, ну, кстати, очень вкусно получился. По соли прям вообще идеальный. Не пересоленый, ничего. Прям великолепный. В общем, нам понравилось вчера. И вот мы такие, знаете, мне прям, мы вчера оборжались, просто оборжались. Я говорю, ага, вот так вот, блин, захочешь что-нибудь там вкусненького, одна схомячит. Сразу, а мне? Прибегает большой, великий, а мне? Так, оп-оп-оп, тихо, падает. Нет, надо падать. Не надо падать. Так вот мы, оп. Вот так вот мы, оп. Все, мы сейчас сожрем холодильчиком. Так, сегодня, кстати, к врачу нам еще. Так, что такое? Блин, косточки. Да. Встречайте. Фиго, он вчера пробил. Ну ладно. А и крупная, в принципе. В общем, холодец. Во! Вот считает, уже половина не то. Вчера попробовали один по кусочку. Сейчас вот. Я как холодец. А мне? Сразу говорит, а мне? И претензия, претензия. Чего одну харю не пьешь? Пришлось делиться. Девочки. Так, пока поставлю в холодильник его, чтобы он не растаял. Потому что это все-таки естественная желешка. Он какой хороший, посмотрите. Сверху, кстати, жирочек. Ну, не так много. Я, конечно, мало жир. Вот, ну, нормально. Зато мясо все сколько. Хотя я думала, мяса будет мало. Нормально, это ничего. Так, пока я так поставлю. Так, суп надо поварить. Супчик, супчик, супчик. А, это я пил. Я думаю, что это такое? А, это у меня пирог. Короче, вот. Он быстро там. Я говорю, я его что-то одно время настоял он этот ноутбук. Чуть 7 тысяч я за него просил. Никто вообще не писал. Никому нафиг был не нужен. Понимаете, вообще. Тут поставила. Сразу там первый, второй, третий. А хрен его знает. Зачем? Я написала, на запчасти. На запчасти. Знаете, от добра добра не ищут, да? Там вот там за 5, за 7. Ну, нафиг. Продам, продам, все. И все. Он мне надоел уже, стоит, присобирает. На лужи хрен даже пройдешь. Ван такой, а что я буду делать? Я говорю, у тебя сейчас этот телефон намного мощнее, чем твой старый ноутбук. Я говорю, нафиг он тебе вообще сдался? Тем более он сейчас вообще не нравится. Я говорю, 21 век на дворе. Эти ноутбуки вообще. Вот мне нужны только потому, что я работаю. Так, на головушку все нафиг вытащить. Доела мне тут. Оп. Сколько тут ее еще? Так, чайник я поставила. Хороший такой суп получился. Он прям суп-суп. Если я оттуда остатки этих... фрикадельку бы засувала, то был бы уже не суп, а тут был бы уже, не знаю, что, каша была, да. А так вообще зашибись. Отлично, и бульончик есть, и прочее. Нравится мне, знаете, такой вот куриный суп, хороший, легкий. Сейчас погреем, пожаремся. Что-то у нас все щи и щи были. То солянка, то еще что-то. А вот такого куриного супчика давно не было. Я же говорю, вот каждый раз что-то выставляешь, думаешь, блин, не протишвила ли я, не протишвила ли я. Сразу так. Особенно, знаете, когда только вот с кем-то уже договорился, да? Типа, чувак приедет, посмотри. И такой, а тебе еще один пишет. Я говорю, блин.
И начинаешь, фай, торги, устраиваете торги, типа. Бля, а с этими не договоришься, но плохой отзыв напишут, тоже, нафиг надо. Поэтому я, знаете, подумала, добра не ищут, нафиг. Уже договорилась, ну что, и пофиг. А деньги, они зарабатывают. Я вообще выкидывать его хотела. Я думаю, блин, я не буду выкидывать, потому что кто его знает. В плане того, что... не знаю. Что вдруг там какая-то секретная информация. Хотя мне уже его чистили. Скидывай. Полностью до заводских настроек, так сказать. Вот мне его Мишаня прочищал, Диман прочищал. Они прям вообще как это чистый, как слеза младенца, как действенный, как девушка паны машины, там прям чистый. Так, что у нас тут? Холодец, супчик. Я думаю, коробку от старого, от моего MSI отдавать, не отдавать. Да, как раз конкретная коробка там не мешает. Наверное, она там. Так, надо поставить туда. Надо поставить туда. Избавляюсь, говорю, от хлама. Я, честно, вообще не люблю хлам, не люблю. Терпеть не могу. Так, вот это хочу своего вкусника. У меня вот нифига не держится эта штучка. Закрывается. Мой вкусный. Гринфилд! Не реклама. Но я всегда покупаю Гринфилд. Мальвы. Так, Гринфилд. А что это такая, как называется? Ричард. Гринфилд или Ричард. Фать. Я всегда покупала Гринфилд. Уже Ричард. Да. Так. Где какой? Главное, не перекусишь. То есть, знаете, вот с каждым днем все меньше боли в ноге, и прям настроение улучшается, прям такое хорошее уже. Конечно, уже чуть-чуть побаливает, но я вчера, говорю, достала эти свои МРТшки. Короче. Блин, там народ, конечно, вообще смешной, вообще. Говорят, вот, типа не болит, все, теперь, типа, это, зачем МРТшку делать там туда-сюда? Ребятки, то, что не болит, это еще ничего не значит. Ага. Что у меня, блин? Колено, что ли, срослось? Я не поняла вообще. Что у меня? Извините меня. Связки, что ли, срослись? Пардон, ты их порвал, все. Все. А то, что у меня одна связка порвана, а вторая боковая растянута. То, что у меня сейчас колено держится на одной задней связке. Кстати, я читала, она самая такая крепкая. А вот. И то, что люди живут с этим. И очень многие с этим живут. А некоторые даже не знают, что у них такое. Понимаете? Пока ты МРТ не сделаешь, я не буду знать. У тебя связка оборвана. Вот так. Я до того момента, когда у меня в прошлый раз, когда я же сделала это весной, получается, в прошлом году в августе я оборвала. Кстати, как раз перед за месяц до поездки в Таиланд. А, вот. Как получилось? Оборвала, и я думала, что у меня просто растяжение. Мне это сказали, у вас растяжение, просто носите вот этот бандаж и все. А в итоге, потом, когда вот там у Лены произошло, там туда-сюда, я тоже стала думать, что у меня там такое. Пошла, сделала МРТ. И оказывается, он оно что, оказывается, у меня связка оборвана, оказывается, у меня и это, и то, и пятый, и десятый. Вот, так что связка, она тут не срастется. Пройдет болевой синдром.
да, колено будет нестабильно, колено может выпрыгивать, то есть в плане того, что оно может смещаться, кость, вот знаете, кость, да, как они там, ветлужные кости, они как-то вот так вот соединены, вот, и вот, например, неловкое движение, да, и оп, и оно съехало, неловкое, то есть как-то не так развернулся, то есть вот так вот нога зафиксирована была, и вот бедренная часть вот так повернулась и дернулась, получается, как это, вывернулась, вот, как раз и все. А кто-то там пишет, это у тебя завеса. Ну, конечно, завеса. Какой бред вы пишете? Вы даже, понимаете, вот люди ни хрена не разбираются. И хорошо, что вы не разбираетесь. Может, из-за этого у вас все хорошо. Вот, но... Говорю, на самом деле, ну, смешно вообще. Ну, не разбираетесь, ну, не лезьте ни в то дело, ни в свое дело. Ну. А то каждый встречный поперечный, там, врачи, ортопеды, хирурги, диетологи. Я уже, блин, привыкла. Каждый там свои 5 копеек вставляет. Что у вас это не это, у вас то-то, а не то. Прям такие все эксперты собрались. Там комиссию там собрали. Комиссию. Хорошо. Вот точно так же, в общем, многие люди лечатся по интернету. Они заходят в интернет, они наберут у меня там то-то, то-то, то-то. И понимаете, и начинается. У меня там это, у меня там это. А по итогу получается так, что совершенно другое. А человек уже там себе напридумывал. Надумал всякие болячки. Так. О! Маман, вставай давай, хватит там чихать, сейчас мужик придет. С ноутбуком. Вова! За твоим ноутбуком. Так что вот. А то, что нога проходит, то, что заживают, так сказать, связки, которые были в этот момент опять надорваны, которые не надорваны, а как это назвать там? Ну, они были повреждены в этот момент. Я говорю, у меня уже несколько раз, ну, там, кстати, тоже люди вспоминают, вот полгода назад она там тоже рыдала. Да, потому что у меня тоже съезжало колено. Просто в разные случаи оно по-разному съезжает. Где-то более серьезно, где-то прямо оно оп, а где-то чуть-чуть оп, и все. Но каждый раз оно болит, понимаете? Каждый раз оно болит. Вот у меня был серьезный случай, и, соответственно, оно более болезненное, и дольше восстанавливается. А был менее серьезный. Я уже устала, честно, знаете, каждый раз вот объясняешь людям, и понимаешь, блин, вот ясельная школа. Ну, блин, вроде сидят взрослые женщины. Некоторые там, знаете, преклонного возраста, намного старше меня. Некоторым я в дочке гожусь, а некоторым во внучке. Понимаете? И вот такой бред пишут. Прям вообще. И где-то одна кто-то там что-то там ля и началось. Там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прям, знаете, как куры, вот, как куры. Вот некоторые сидят такие, эти смешно. Как говорится, до каких лет дожили, и мозгов-то не нажили. Ой. Я, разумеется, не про всех говорю. Я говорю про отдельных личностей, не надо обобщать. Хотя, там, знаете, многие любят говорить, это она про нас всех там сказала. Вот причем они знают про кого. Для того, чтобы... Понимаете, когда ты толпой, не так обидно. И типа, толпой мы сила. Мы там туда-сюда. Вот так вот. А, грубо говоря, вот каждую взять вот отдельную. Ой. Слез не взглянешь. Так. Так, ладно, не будем о плохом. Кто знает, тот знает. Кто понял, тот понял. Говорю, знаете, спорить с дураком — это очень неправильная позиция. Неправильная позиция. Так, хлебушек есть. Я всегда говорю, ребят, ну не нравится наш канал, чего вы нас смотрите, чего вы мучаетесь? Зачем вы себя терзаете? Говорится, у нас канал это свободный. То есть зашел, вышел, никого не дергал. Поверьте, придут люди, которым будет нравиться, которым нравится вот там смотреть на это все. Нет, сидят там, бывает, под кожу лет. А ты докажи, а ты покажи. Кому я должна что-то доказывать?
Вот вам человек на улицу подойдет и будет спрашивать, вот, а это вот, откуда у тебя шуба? А где? А что? А почему? А это точно норка? Тогда покажи. Вы будете показывать, доказывать. Да вы просто нахрен пошлете и все. Потому что вот таких всех дотошных, идите нахрен. И мне не стыдно. Я вот таких дотошных отправляю. А хорошим, адекватным зрителям добро пожаловать. Люблю вас, целую, увидеть следующий выпуск. Пока-пока.